Рабочая стратегия.
чуть-чуть, самое главное, привить привычку начинать. И в момент, когда мне не хотелось делать, я подумала, что лучше, если я сейчас сделаю, вот, типа даже через не хочу, но в течение 5 минут, или я не сделаю вообще, на перспективе. Эти какие-то 5 минут, которые я даже особо не замечу сейчас, на перспективе, они дадут мне гораздо больше результата, чем я не сделаю вообще. Понимаешь? Вот и все. Вот. Но где-то, ну, чуть меньше месяца назад я перестала это все делать. Не знаю даже почему. Честно. Вот. Но я уже чувствую, что мне как-то становится хуже. То есть я меньше стала двигаться, меньше активности и так далее. И мне не хватает движения физического. Я думаю, что я скоро опять займусь продуктивностью. Вот. Разговариваю, но я буду себе помогать. Напишу текст.